Сегодня эта небольшая комната превратилась в настоящую фотостудию с софитами и вспышками. Модели – яркие и сильные личности. Здесь волонтеры, которые поддерживают бойцов с самого начала антитеррористической операции, и военнослужащие, приехавшие на несколько дней в Запорожье с зоны боевых действий. Большинство из них участвуют в фотосессии впервые. На каждой фотографии мы пытались раскрыть и показать те чувства, которых нам не хватает, которые нужны нашим бойцам. Это тепло, это защиту. Мы пытались показать, дать какую-то нотку доверия, сопереживания. Все эти тонкие качества мы передали в своих фотографиях. Военнослужащий Евгений в зоне проведения АТО находится уже 1,5 года. Сегодня один из редких дней, когда он оказался в родном городе. Когда узнал о проекте, сразу же согласился. Я готов поддержать любой проект, связанный с армией, потому как я в ней нахожусь и живу сегодняшний день. Волонтер Надежда сегодня в роли настоящей украинки. Впрочем, с тех пор, как началась война, в повседневной жизни все чаще примеряет на себя военную форму, признается женщина. Она регулярно ездит в зону АТО и помогает бойцам. За ці півтора року так звикла до камуфляжу, що сьогоднішня сесія, вона для мене якийсь такий подарунок долі. Оці яскраві фарби на наших сорочках вишитих українських, це намисто. І ця така красива професійна фотосесія, вона нас повертає до життя і говорить про те, що нам цього життя мирного дуже-дуже бракує. Нам дуже хочеться, щоб хлопці швидше повернулися звідти вже з фронту. По задумке, в календаре на 12 месяцев найдется место для каждого из присутствующих волонтеров и бойцов. Делали как портреты, так и групповые фото. Готовые календари будут направлены на благое дело. В первую очередь мы развезем на передовую, в запорожские подразделения, чтобы кусочек с родины был у них. Может быть, мы устроим аукционы средством, которые мы соберем, пустим тоже на нужды ребят атошников. Может быть, мы продадим какое-то количество этих календарей и пустим на покупку медалей или увековечение памяти погибших наших героев в Запорожской области. Пока это все обсуждается, мы хотели, мы это сделали. Евгения Маловик, Игорь Бахиркин, ТВ5.